Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал, и в этом видео я вам покажу свой второй заказ от Фаберлик по второму каталогу. Это был, по сути, бы заказ, так как первый заказ у нас был очень большой. Моя подружка заказывала 3 пробника туалетной воды, ей она понравилась, и вот мы решили купить ее уже в полной версии. Значит, ей понравилась туалетная вода Фрутистори. Артикул 3326. Так выглядит яркая и красивая упаковка. Я не буду ее открывать, потому что это не мое. Но я знаю этот аромат, он весьма неплохой. И вторая туалетная вода, коктейль Стори, артикул 3301. Также очень яркая и красивая упаковка. На самом деле она хотела взять 3 туалетные воды, но чтобы купить воду со скидкой, нужно было оформить заказ на 500 рублей. И тогда можно было получить одну туалетную воду. В общем, где-то на 1000 с чем-то мы, конечно, натянули, напридумывали, что нам еще купить. Но уже как-то наклеить туалетную воду, что-то у нас фантазия закончилась, потому что, повторюсь, тот заказ был достаточно большим. И, в общем, я заказала маме в запас лак для волос, сильная фиксация, Фаберлик Эксперт. Артикул 8973. Хороший лак, очень хороший. Мама обычно пользовалась всегда лаком Нивея. Ну вот, решили этот попробовать. Он оказался гораздо лучше, а цена у него, кстати, во втором каталоге достаточно выгодная. Я ей, да, здесь 200 мл, я ей взяла сразу 2 штуки. Сейчас я скажу, сколько этот лак стоил. В общем, ну, получается 103 рубля где-то, вот так. В общем, достаточно бюджетно, как мне кажется. Подружка решила взять мыло для кухни с ароматом яблока, артикул 112.06. И также мамина коллега решила взять себе такое мыло, потому что мы уже его попробовали. Шикарное мыло, реально устраняет запахи, вообще класс. Для себя я решила взять новинку мятный шоколад. В тот раз брала моя подружка, я понюхала, мне очень понравилось, хотя обычно это не мое сочетание. Но отдушка была настолько качественная, что пусть будет в коллекции, периодически буду пользоваться. Так, сейчас я скажу артикул 21.90. Не противный аромат, не химозный, очень такое хорошее сочетание шоколада и мяты, и то, и другое чувствуется. Но чтобы получить со скидкой, то есть всего за 65 рублей, а в ценах консультантов, я сейчас посмотрю, даже дешевле. Так. Угу. Где же этот гель для душа у нас? Так, вот я, наверное, все-таки так быстро не найду. А, вот. В общем, 55 рублей он стоил. Вот, чтобы получить гель со скидкой, пришлось взять второй товар. Ну, там такая акция была, взяла вот шарик. Из той же серии артикул 21.94. Ну, скорее всего, у меня заберет подружка или потом кому-то на подарок пойдет, так как я не очень люблю эти шарики. Ну, не конкретно эти, а шарики вообще. И в прошлый раз я заказывала себе 2 продукта из серии вербена, хотя я бы взяла их сразу 4, но решила все-таки попробовать, какой аромат, понравится ли мне. Аромат мне понравился, поэтому в этот раз я взяла себе жидкое мыло вербена 200 мл, а нет, 180, прошу прощения, артикул 0808. Мыло прозрачное, аромат очень хороший, единственное, наверное, это пойдет все на лето, так как вербена, знаете, такой цитрусовый аромат, но он отдает каким-то холодком. И, значит, крем для рук вербена 75 мл, артикул 0807. Крем был зафольгирован, поэтому я его не стала открывать сейчас. И еще, что я себе заказала, это BB-крем Airstream кислородное сияние. Такая упаковка, артикул у него 0246. Сейчас покажу сам крем. Вот так он выглядит, стеклянная бутылочка, пластмассовая крышка с помпой. Так, и интересно, тут один был оттенок или нет. Ну, в общем, он
хорошо подстраивается под тон кожи. Что-то я не вижу, чтобы здесь был тон написан. Ну, наверное, даже не помню, как я его выбирала, были там еще оттенки или нет. Но если сравнивать вот так, то, конечно же, крем темноват. Но он достаточно хорошо подстраивается под тон кожи. Так, сейчас я нанесу его, чтобы не показывать так, не возиться перед камерой. В общем, под тон кожи он реально хорошо подстраивается и довольно-таки быстро. Более того, я уже сама попробовала. Так, у меня все падает. Вот здесь вот у меня есть царапинка. Я попробовала просто вот так вот пальцем нанести этот крем, и царапинка была почти не видна. Я думаю, что если бьюти-блендером наносить этот крем, то вообще ничего не будет видно. Так что крем мне уже нравится, но буду все-таки пробовать его по назначению. Что касается аромата, он у него не противный, это совершенно точно, но и не так, чтобы восторг. Я надеюсь, что он будет быстро выветриваться, и, ну, и что я вообще к нему привыкну. На iRecommend'е были очень хорошие отзывы про этот BB-крем. Единственное, люди говорили, что есть один недостаток, это то, что он пачкает одежду. Ну, в принципе, мой любимый L'Occitane за 2500, знаете, одежду тоже пачкал, тем не менее имел достаточно хорошие свойства. Поэтому это не так важно, как мне кажется. Тем более, что все это достаточно хорошо, я уверена, будет отстирываться. И, конечно, за заказ мне дали 5 карточек, твой бонус. У меня от предыдущего заказа уже 20 карточек, я их активировала. И, ну, там, в общем-то, одни скидки. Это неплохо, но скидки совершенно бесполезные. В основном по уходу за кожей, 3 скидки на колготки, ну не знаю, одну пару мы, конечно, скорее всего возьмем, но явно не 3 пары. Потом были скидки по уходу за волосами, очень много, но больше всего по уходу за кожей. И одна была скидка на товары для дома, вот это уже как бы дело. Также было 2 скидки на товары для ванны и душа. Вот лучше бы их было побольше, так как я люблю и мыло, и крема, и всякие прочие вещи. Это бы точно я бы все использовала. И я, и подружка. И 2 скидки на аромат. Ну, например, я хочу взять кокетку, а кокетка и так в 3-м каталоге будет иметь достаточно выгодную цену. Ну, так что посмотрим, какие будут скидки здесь. Вот это был такой мой небольшой заказ. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и до встречи в новых видео. Всем пока!